Всем доброе утро. Мы собрались. У нас время 10:30, и мы выходим. Я одела новые брюки свои. Хотела вам их показать. Классные вообще. Очень они мне нравятся. Такие легкие, они как шелк, типа того, только ну, какая-то другая ткань, но тоже гладкие. Такие легкие, в общем, скользящие. И голубая футболка, потому что мы комплект. Саша тоже сегодня в голубой футболке. Решили так пойти. Взяли с собой палки для того, чтобы подвязывать помидоры. Только две на один ряд, чтобы попробовать, как будет. На два. На один. Ну ладно. Села сзади, жду, пока остынет моя сидушка. Нагрелось солнце у нас сегодня ядерное, просто термоядерное. На улице не облачко. 32 градуса обещают, а значит, скорее всего, будет еще больше. Вот они палки, подвязывают помидоры. Ждем папу, сейчас он это подойдет к нам. И мы едем в дом. Ремонт нас ждет. И огород. Все как обычно. Снова зашли в Фикс Прайс. Слушайте, тут такие новинки появились. Вот такие ложки для салата. Забирай. Зашли, взяли. Ну, я потом покажу, короче, в доме, когда будем, что купили. Я вот эти ложки хочу. Одна такая, чтобы салатик мешать. Они есть в разных цветах, но мне больше всех понравился такой вот молочный цвет. Есть они покрашенные сверху в голубой, в такой бирюзовый и в розовый. Но этот выглядит прям очень стильно и симпатично. Вот такие возьмем приборчики. Повесь, пожалуйста, вот эти обратно, потому что я почему-то вышла из машины в очках и теперь хожу с ними в руках. Прикольно. И цена, представляете, всего 59 рублей за штуку. Супер. Классная ложечка. А ты что смотрел, щипцы для чего тебе? Просто? Сам не знаешь? Вот, а я вообще хочу еще это, дегтярное мыло найти. Мне для огорода надо. Или хозяйственное. Вообще новинок много. Надо будет как-нибудь зайти посмотреть все хорошенько. Что, нет ровных? Нет ровных. Вот, смотрите. Вот это ровно порезано. Вот, края. А это вот косо. Короче, в другом фикс-прайсе тогда посмотрим, да? Ну да, еще надо посмотреть. Мы посмотрели все бежевые, кривые. Вот, блин. Вот тебе и фикс-прайс. В другом посмотрим. Ага. Доска. Да? Да. Прикольно. Доска кухонная, 79 рублей. 39,13. А, ну тут их куча, знаешь, цен. Разделочная, 249. Ну да, это бамбук. Ну прикольно, да. Да. Хочешь доску? Разделочная доска какая-то. Дерево написано. Хотела сказать, зачем на ней что-то нарисовано, но это на упаковке. Дерево. Ну похоже на бамбук тоже. Похоже, да. Вообще-то. У нас же языки и бамбуковые. Вот это прикольно, такая легкая. Тоненькая. Ну да, прикольно. Это 200 стоит, а она больше еще, чем это даже. Надо подумать. Не знаю, у меня пока есть языки и маленькая, и большая. Пойдем дальше. Все, в магнит зашли, взяли бананы и кукурузные хлопья к молочку. Теперь приехали в дом. Сегодня просто мега жара, надо сразу мазаться защитным кремом, одевать шляпу, где остались от очков, потому что просто вообще, что творится. Ах, как лишнее, хорошо разрослась. Что мы накупили? Водичку, упаковку, пилигрим по 1,5 литра. И в дом, в квартиру, не знаю, это, наверное, в квартиру везем, а потом в дом возьмем. Здесь еще осталось частью такой упаковки. Молочко и хлопья кукурузные. Будем хлопья с молоком сегодня. Что мы дома уже хорошо так покушали, только ну, всякие вот такие вкусняшки берем. Я борщ сегодня сварила, мы поели. Корниксы, черешня, виноград, кишмиш, мне так захотелось его. Бананы и три вида абрикос. Абрикосы вот такие, они, короче, с разных мест, там армянские, горные какие-то, еще вот такие абрикосы. И вот такие. Короче, куча разных фруктиков у нас здесь. Все вместе покушали фруктики.
Саша этот сели, он заказал мне эти изики. Наконец-то я шлепанцы заказала. Придут, покажу качество. Ой, кабачки мои просто красавцы. Ну, это точнее цукини конкретно это. Какой цветок огромный будет. И тут тоже. Ой, вообще прелестно. Наливаются кабачечи мои. Такие дела. Я жду, пока здесь появится тень. Вот она уже пришла, собственно говоря, и я, в принципе, скоро начну поливать. В тени уже, думаю, можно будет полить эту сторону. Тут у меня никаких дел пока нету. Мне надо будет... О, аж листики поникли. Так жарко. Все огромные лопухи. Да. Вот там. Да. Красавцы. Кустищи. Вот. А с той стороны я планирую, мы взяли с собой палки, планирую подвязать помидоры, но попозже. Сейчас только тут можно находиться. Я пока ехала в машине, у меня рука обгорела. Вот видите, красная. Подпеклась просто от того, что солнце попадало. Сегодня прям не стало жарко. Короче, назрел вопрос. Кстати, вот эта комната полностью готова. Осталось только загрунтовать и можно красить. А вот тут... Назрел вопрос. Снести еще кусок стены до бетона. Вот примерно столько. Отпилить. Вот. И будет еще более просторно, поскольку здесь не будет двери, а будет просто откос. И здесь все равно его делать, то можно и убрать. Вон там Саша пропилил, проверил, где заканчивается пеноблок. Вот так. Ага. Вот так, наверное, ну, я думаю, будет хорошо, давай. Давай спилим еще стену. Кусок убрать. Да, здесь вот так вот было стены. И было намного, во-первых, темнее и скрадывало пространство. И сейчас, когда вот это вот убрали, очень даже хорошо смотрится. Думаю, с этой стороны тоже так будет лучше. Пошла полюбоваться, что тут у меня. Надо будет обязательно полить. Сегодня вечером хорошенько обильно газон. Вот. А вышла сфоткать подсолнух. Сашин папа говорит, сфоткай для мамы подсолнух. Один-единственный здесь он. Красавец. Вот, вышла сфоткать, отправлю ей. Ага, красота. Вот. Я же говорю, оно этим. Получился у тебя. Стиркой так. Ну, шпена. Шпена ж. Красота. Ну все, поехали, уже стемнело. Хотели пораньше, а сами не пораньше. А сами не пораньше. И надо шланг оттуда затащить. Это. А где поменьше шпаты? В общем, эту стену убирали 2,5 часа, даже почти 3. Я тем временем здесь пролила все грядки из эркера и здесь. Пролила потом, ну сначала водой, потом биогумусом. У меня тут красота, потому что у нас очень жарко и растения требуют влаги. Плюс после сильных ливней снова биогумус добавила для питания. Вот. Все у меня пролито. Клубничка тоже удобрена биогумусом. Вот тут кабачки, капустка, помидорки. Все пролито и удобрено. Просто красота. У нас уже закат. Ух, тут дом строят. Вокруг все строят, делают ремонты. Ну, это нормально, это хорошо. Помидоры Саша предложил вбить туда трубы и в них вставить
эти палки, которые он мне нашел, для того, чтобы было прочнее, поскольку здесь аж 10 кустов помидоров, и, ну, чтобы выдержало это все. Тут, кстати, уже завязи пошли. Вон цветочки на помидорчиках. В общем, прелестно. Посмотрите на бархатцы. На них по 8, по 10 цветов. Просто красотища. Единственное, им, конечно, тоже жарковато в такую погоду, но поскольку я их поливаю, они чувствуют себя великолепно. Вот. Тут тоже всех полила. Ну, пролила я хорошо. Так прям знатно. Ой, этот шланг туда-сюда таскаем. Не очень удобно, но потом все будет. Ждем газон, да? Все, уже собираемся, едем домой. Красота. Пальмы пролила, газон пролила так, что папа говорит, что он уже должен зайти. Так я его поливаю мощно. Что-то у тебя вечернее намывание? Запылился? Явился, запылился? Да, все же белое в этой штуке. Все, отправляемся домой. Конечно, мы сегодня устали, очень устали, но зато кучу всего сделали. Я сделала свои дела огородные. В доме уже папа шкурит. Отшкурил уже одну комнату полностью и практически полностью зал, который с эркером. А плитка сохнет, ее можно будет уже завтра замазывать вот эти швы. И можно будет гипсокартон обшивать потолок. И затем нам придут и натянут потолки в коридоре и в ванной комнате. А вот. И когда дошкурим, грунтуем, красим. И дальше в ванной еще нужно будет установить унитаз и саму ванну в ванной комнате, и раковину. И можно будет укладывать ламинат. И дальше мы переезжаем уже. Вот, звучит быстро, но по факту посмотрим, как все будет двигаться. Я считаю, что все идет очень даже быстро вообще. Все очень стараемся, все молодцы.